Приглашаем вас на матч первой испанской лиги. Юрий Розанов и Василий Соловьев на комментаторской позиции. Мы готовы, футболисты тоже. А вы? Крис Сандергард, главный арбитр сегодняшнего матча. Хороший проход и явно он нацелен на удар по воротам. Защита бдит и прострел перехвачен. Педро. Ари. Этот парень настоящий плеймейкер, скажу я вам. Просто мечта для любого форварда. Давайте-ка мы попробуем вспомнить. Чаще он попадает в створ или промахивается? Почему-то я думаю, что победят первые. Возвращает мяч партнеру. Дани Алвес. Я не сомневаюсь ни секунды, что Дани Алвес поддержит атаку, но ведь это оставит оголенными тылы. Неймар. Есть варианты атаку развить. И из дриблинга в удар сейчас вложится игрок. Я практически в этом не сомневаюсь. Серхио Бускетс. Неймар. Дани Алвес. Идет наверх в штрафную. Жест арбитра красноречив. Мяч ушел за лицевую. Удар от ворот. Можно сказать, что и на коротке. Дани Алвес. Ари. Маскерано. Встречать его уже поздновато, потому что сейчас будет удар. Ну и должны защитники быть внимательнее, располагаться грамотнее. Ошибаются они. Серхио Бускетс. Неплохая передача. Думаю, надо бить и забивать. Вот шанс забить. По мнению судьи, игру можно продолжать. Конечно, даром никто мяч не уступит. Получил, отдал, открылся. Закон футбола на коротке. Ари. Что творит Лионель Месси? И вновь Месси с мячом. На ударной позиции игрок Барсы. Посмотрите, вариант прямо по центру атаки существует. Серхио Бускетс.
Конец первого тайма. Счет не открыт. 0-0. Безусловно, банальная фраза «как бы нам не заснуть» очень подходит к этому матчу. Начинается второй тайм, нет забитых голов, нет опасных моментов или почти нет. Но, в принципе, у нас есть основания ожидать, что игра будет повеселее. Почему? Ну, потому что первый тайм закрытый, это вещь, которую практикуют практически все. И потом перерывы, раздевалки, они получают от тренера новую установку, и вот тогда начинается мечта Юра. Потеря, но борьба продолжается. Ну, головой он играет хорошо, кто бы в этом сомневался. И игрок с мячом выходит на позицию, с которой можно поворотом пробить. Вот эта игра «А ну-ка отними» вблизи у чужих ворот, да, это издевательство над соперником и ощущение напряженности постоянно. Мяч отскакивает от игрока и уходит за пределы поля. Синхронное решение тренера в замену и в той, и в другой команде. Педро. Шанс до удара. Дистанция не имеет значения, потому что позиция требует удара поворота. Положение вне игры, и судейский свисток заканчивает эту атаку. Поддерживаю. Качество паса, качество игры. И команда это демонстрирует в полной мере. Мяч держится у команды нынче. Мяч всегда находит того игрока, к которому был послан.
уже и подустали, и ошибки появляются, и все что угодно может случиться. Два футболиста из разных команд готовы выйти на газон. Возвращает мяч партнеру. Жест арбитра красноречив. Мяч ушел за лицевой удар от ворот. Вот пошла борьба. Случился рикошет и, естественно, вполне что мяч в ауте. Может быть, одна атака осталась всего. Продолжительный и троекратный финальный срыв.